Вот земляне. Идем мы обратно. Ну, повезло мне земляне. Взмолился он, короче, блин, расплакался, наобещал. Обещал. Что можно ей пообещать? Шубу. Больше ни на что не купишь. Я что хочу сказать. Вот идем обратно. И я раздобрела. Да, и она раздобрела. Пока. Пока. Это не повод садиться мне на шею и на голову. Да. А я вот порассуждаю. Вот место, видите? Идем, никого нет, лавочка стоит на обрыве. Кто-то же ее создал, поставил. И знаете что, земляне, я скажу? Почему здесь никого нет? Потому что никто сюда не пойдет. Нет, не то, что никто. Обратите внимание на то, что я сейчас скажу. Не каждый сюда пойдет. Не каждый. А вот кто пошел, тот и увидел. Тому Вселенная даровала эту красоту. Лавочка, обрыв и возможность толкнуть с этого обрыва вечно того... болтающего. Да, вечно болтающего. Но, а я сыт-то к тому же шубу, я говорю, где тебе к зиме пятую шубу? Пятую или четвертую? Какую там? Пятую. Что? Ну, сейчас, показывай. Мне надо камеру переключать. Что там? Ну ты ж подойди-то, господи, корячится там. И что ты снимаешь? Там ничего не видно. Подожди. Во, видно? Видно. Да поближе, ты поднеси, она ж не кусается. Ну, видно? Ой, видно. Вот, и я хочу обобщить вот свои наблюдения и измышления тем, что мир полон всего неожиданного, прекрасного. Ну, это прекрасно находится, буквально бывает, ну, в одном километре от суеты, от толчии. И вот это километр преодолеть. Не каждый может, не каждый сюда пойдет, найдет это место. А все тянутся куда? В толпу, где много людей, шума, гамма, крика. Вот куда стремятся все люди. Толпе. И живут, привыкли жить толпой, по правилам, по каким-то определенным условиям. А вот Виктория, она живет без правил, без условий. У нее свои условия и свои правила. Она взяла и пришла сюда. Нашла это место, меня сюда притащила. Вот она сзади тащится, а я впереди. И... сейчас. Отдышусь. Где ты там? Закругляйся. Уже нудно и неинтересно. Да. Надо же как-то закончить это распотякивание. Распотякивание. А мы уже далеко от обрыва, а? Ничего, сейчас еще найдем. Да. Виктория сказала, что еще найдет. Вот земляне. Знаете, что я скажу? Вот мое выражение такое. У меня Библия, которую не каждый, конечно, прочитал, но она есть в интернете. Я ее опубликовал на своем канале. Там есть такое выражение. Встань и иди. И ты увидишь, и ты найдешь. Вот, встаньте и идите. И вы увидите много прекрасного, много хорошего. Потому что лежа на диване, честно говоря, много не увидишь. Вот и все. Помаши человеку ручкой. Вик, ну помаши, я заканчиваю. Да ты будешь еще, блин, миллион раз. Вот надо было кинуть. Вернемся. Парень, блин. Одна в тишине.